Всем привет! Спасибо, что посетили наш YouTube-канал worldcar.ru автомобили с аукционов Японии без посредников. Сегодня, как и всегда, я рад вам показать то, что мы торгуем, то, что мы покупаем. Первый автомобиль — это Toyota Corolla Fielder. Обращаю ваше внимание, 2008 год. Многие этот автомобиль любят именно в этом кузове, и мы помогаем, собственно, нашим клиентам купить, осуществить их желание. Забираем данный вариант за 154 тысячи йен. Такие вообще варианты на аукционах от 600 тысяч стартуют. Хороший, старый, добрый филдер, крепкий, надежный, как многие любят. В данном случае модель была на переднем приводе. Второй вариант. Honda Shuttle, гибрид, передний привод, робот, 4-5 оценка, все как всегда. Торговали на аукционе USS. К сожалению, чуть-чуть ставка нашего клиента была ниже, и мы этого белого красавчика не купили, но мы не отчаиваемся, мы ищем дальше и обязательно купим нужный вариант. Продался он за 835 тысяч йен. Вот такие были торги. Ну а я с вами прощаюсь. Поставьте лайк, подпишитесь. И удачи. Скоро увидимся.